Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Улха. 15-й день и 75 миллионов древесины забираем. Так, закрыли. Сразу посмотрим, что нам принесет беззубик. Ну-ка, 25 рун. Ну, я так думаю, либо рыба выпадет, либо тусклый янтарь. И это будет рыба. 40 лямов рыбы. Ну, что же я могу поделать, ребят? Что выдали, то выдали. Приключения. Ладно, лети. Лети в приключения. Так, здесь нам выпадает с тобой. О-хо-хо, грушу дали, да прикинь. Да, вот такие вот бывают чудеса. Дали грушу нам. Так, 86 уровень. Может быть, нам водореза покормить? Сейчас посмотрим. Сейчас мы с тобой посмотрим, сколько у нас вообще выпадет ресурсов в общей сложности. И нам нужно вообще-то действительно прокачивать уже до соточки. Хватит тут, как говорится, лес точить. Так, что у нас тут выпадет? Тусклый янтарь. Заберите яйца бесплатно. Так, здесь у нас что выпадает? Опять тусклый янтарь? Нет, яйцо. Это яйцо, если не ошибаюсь... А кого это яйцо? Ну, это не водореза, да? Это, по-моему, кипятильника. Я могу, конечно, ошибиться. Могу. Так, беззубик, а почему ты у меня и не в приключениях, и ничего не делаешь? 90 уровень ему нужно, чтобы ребята прокачать. Давай попробуем ему прокачать дальше уровень. Упс. Чего не хватает? А не хватает рыбы. А у нас рыба есть в закромах? К сожалению, нет. У нас пак тут остался. Что-то я не помню, что это я его не открыл. Шторморез, крылатый ужас, шепот смерти. Да опять этот острокоготь. Острокоготь отпускается у нас. Естественно, ребят, сразу отпускаем. Потому что, ну, что-то он, кстати, очень часто нам стал выпадать. Сарделечка. А в приключениях тебе тоже нужен 90 уровень, чтобы... Так. Чтобы перейти на другой, ему нужно, ребята, 101 уровень. 101 уровень. 101 уровень. Это, конечно, круто. Ладно, лети. Обучайся. Шиш с тобой. Так, барсика. Барсика нужно как-то покормить. Пока не хватает рыбы. 87 уровень, да? Чтобы обучить, нужно всего лишь 72 миллионов. Конечно, лети, обучайся. Костолом, а тебе сколько нужно покормить? Угу. Тоже у него 86 уровень. А водорезу нужно 55 миллионов рыбы дать. Сейчас посмотрим, что у нас тут может насобираться. Так, лети. Хотя, подожди, вернись. У него 91 уровень. Его, кстати, тоже можно быстренько прокачать. Но нужна, опять же, рыба. 55, лети. Качайся. Ты у нас полетишь за рыбой. Весночес у нас получает 98 уровень. Тут осталось, ребят, совсем чуть-чуть, 2 левела, и будет первый... Дракон у меня сотого уровня. Первый дракончик, понимаешь? Так, ну пока рыбы нету, пускай идет и собирает себе ее сам. Здесь древесинка. Опять же рыбка. Все пускай у нас будут трудиться на общее благо. Так, тут уровень 63. Покормить. Давай-ка ты полетишь за дровами. Ты за рыбой. Ты за древесиной полетишь. Так, спасибо за рыбу. Так, тут тоже мы с тобой получаем рыбу. И здесь тоже получаем рыбу. Итого 127 миллионов рыбы.
пока. Что ты нам выдашь? Пак. Ну-ка, давай-ка, уходите. Ух ты. Такого яйца не было. Так, чешуя, янтарь. Нам принес зеленая смерть. Давай, иди. Отправьте легендарного дракона на поиски наград. Еще типа одно задание выполнено. Так, весночёс, ты у меня где? Сколько там 75 нужно? Блин, не хватает все равно еще пока. Ладно, лети за рыбой. Ты, наверное, тоже пока за рыбой лети. И ты за... А, рыбу, все, больше нельзя рыбу, да, добывать? На данный момент. Хорошо. Открываем с тобой паки. Ух ты, ловец снов. Кстати, надо будет посмотреть, что у нас есть какое-нибудь там событие или что-нибудь такое назревает в ближайшее время, или ничего подобного нету. Так, рекламный еще, да? 6 монет Одина. Громоль, пристиголовый, шторморез. Допустим. Так, здесь мы закрываем. Тут-то у нас что такое? А, тусклый янтарь. Переработался в блестящий. Еще можно заказать. Тут у нас созрел пак обычный. Шторморез, кревет и все. Шторморез и кревет только лишь. Так, задание. Задание сейчас посмотрим. Так, где у нас тут этот фонарь? Фонарик мы с тобой нашли. Хотел я посмотреть по событиям, что у нас. Так, друзья мои, через 21 час, грубо говоря, через сутки, будет у нас выживание. А я успею? Блин, через сутки это будет 7 часов, 8 часов вечера. Воскресенье. А мне на работу с утра, не знаю, ребят. Попробуем выживание пройти. Так, здесь я ничего брать не буду. Хотя надо было бы взять фруктик на самом-то деле. Значит, у нас остается только лишь арена сегодня. Так, давай тогда здесь выполним быстренько задание. Точнее, заберем. Замечательно, так. Продвижение. 250 листьев мы с тобой получаем. И, наверное, подожди-ка. Ну, это глянем, скорее всего, да? 10 рун все-таки лишними не будут. Так, и еще 50 листьев. Как-то так. Слушай, смотри-ка, 25 рун можно получить. А, нет, 25 рун мы получим, когда посмотрим 8 ежедневных видосиков. Ладно, ничего страшного. За недельку, я думаю, мы управимся. Блин, мне хочется весночёс отправить. Но 175... Хотя, знаешь, что мы сделаем с тобой? Мы с тобой потратим монетки. Да-да, именно те самые монетки Одина. Так, жутик. Пилозуб. А что у нас в классическом наборе может? Ох ты. Пещерный скалотряс. Пещерокрушитель. Блин, друзья, может быть попробовать, а? Охотничий удар. Я рискну. Эх, была не была. Так, руны. И рыбий хвост, друзья мои. Такого у меня, по-моему, не было. Ну-ка. Да, это нифига, он смотрится как прикольно, друзья. Вот это круто. Блин, чуть не отпустил, ё-моё. Рэчик, ты давай завязывай так прикалываться, блин. Чуть не отпустил рыбий хвост, а? Зашибись, блин, прикольно. Слушай, он может собирать железо. Чётенько. Так, что дальше? Дальше мы с тобой опять же идем сюда. Так, а вот тут интересно, что можно было бы выйти. Ох ты. Тыкве-брон, охотничий удар, скрытень, экзотический цветоед. Ну да. Это классно, 620, блин, можно, в принципе,
подкопите, но... Мне нужна... Что мне там нужно? Мне нужна рыба. Да, друзья, мне нужна рыба. 35 миллионов, 125, 50, 25 и еще 75. Шикарно. Шикарно. Так, где у меня... Так, подожди, не туда я полез. Вот. Так, возвращайся, дорогой. Мы тебя отправляем. Да, что-то я не то посчитал. Как так-то, ребята? Я думал, что мне на обучение нужно. А оказывается, это не шиша. Тогда ладно, еще берем с тобой. А больше нет, больше нам не дают. Блин, всего лишь один набор, а. Этот я брать не буду. Вот этот, если только еще взять. Ну и что? Не, этот набор невыгодно брать. Ладно, беги, добывай. Это только чтобы покормить, ребята. В общем, короче, весночунс и вот этот вот креветы. Это у нас первый кандидат, который... будут переходить на сотый уровень в ближайшее время. В ближайший год. Да-да. Тебе не послышалось, потому что не все так быстро. Так, ты будь добр, пожалуйста, идти тогда за древесиной. Ну что, а у нас, раз нету никаких событий, ничего такого, мы пойдем с тобой на арену и добудем с тобой два пока-вождя. Ну, чтобы серия, как говорится, была просто не зря у нас записана. Я-то думал, может быть, какое-то событие будет. Но, тем не менее, сегодня подкрывали паки и... Выпал мне редкий дракон. Рыбий хвост. Так, ну что? Начнем, наверное, на вот с этого. С душителя. А почему у кого-то там режет слух, когда я вот этого чувачка называю скала? По-моему, очень даже мило. Скала. Не, скалотрясик это у нас другой. Так, не надо только подлагивать, пожалуйста. Разобрали. Так, сейчас будет кого-то бомбить. Он не упустит такой шанс. Бубух. Оглушил. Напрочь причем. Ай, живи, дорогой, живи, не падай. Они все равно его завалят. Вот этот его завалит. Паршивицы такие, да? Ну что я могу сказать? Вот так вот делаем на тебя. Да-да. И пускай он нам помогает бомбить. А он будет, знаешь, что делать? О, сейчас он сделает разбег. Смотри. И шлепнет своего барсика. Ну а мы будем потихоньку уже уничтожать именно его. Так, не спеша, в развалочку. Потому что ничего он нам не сделает. Да, да, да. Все. Так, добьешь? Ай, красавчик. Молодец. Так, здесь у нас ветрокрыл. Надо быть аккуратным. Так, и... Так, подожди. Уклонение, да? Одно уклонение повезло нам. Так, этого, блин, не успеем забомбить. А, нет, подожди, успеем. Так, вот на этого, я не знаю, либо нам вешать. Ух ты, уже ничего мы не повесим. Пока, к сожалению. Просто можем атаковать. Да успокойся ты. Промахнулся. Нет, не хиляемся. Мы не хиляемся, мы будем с тобой делать вот так. Все. Теперь, по крайней мере, я не боюсь, что он может сделать массовую атаку. Окей, сделаем так. Так, и добьем. Но потеряем с тобой нашего штормореза. К сожалению. Но этому тоже не жить. Сейчас мы его вот так. И все.
Он под слепотой ничего сделать не сможет, а мы его будем, соответственно, уничтожать. Погнали. Так. Укусик. Сейчас он тут что-то повыпендривается. Угу. И добиваем. Все. Тройной удар плюс Громель. И вот этот хмыреныш. Ну что ты там усанул? Давай сделаем понижение брони. Сразу же плюс укус. Дальше он не жилец. Опачки. Вот это ты хорошо вдарил, парнишка. Вот это ты очень круто звезданул. А ну-ка на, в ответочку. Блин, все равно, наверное, ушатает. А нет, нет, не ушатает. Хильнуться успеем? Успеем. Ну что, тогда победа здесь за нами, естественно. Громль тут выпендривается что-то. Так, снижаем защиту. Фаербол, наверное, еще один выпустит, да, все-таки? Выпустил. Ну и крышка ему тоже. Ну что, а вот и первый пак в вожде заработали. И заработали мы с тобой обычный, к сожалению, пак. Шторморез, кревет, лаварык, древоруб, пристиголов и прихвости с шепотом смерти. Барсик выпадает еще. Ну что, побежали тогда за вторым паком. Сегодня, получается, серия у нас будет немножко коротенькая. Ну, потому что нет никаких схваток, чисто аренушка и немножко по своим делам тут пошуркались. Но я думаю, ничего страшного, да? Зато вы в курсе всех событий. Откуда кто у меня? Вот так бы сделал бы я за кадром, ты спросил бы: опачки, а откуда у тебя, парень, вот этот вот дракончик здесь лежит? А я бы тебе сказал бы: ну вот, я открывал пак. А почему ты этого не снял? Я говорю: ну, я решил. А надо было снимать все, да. Так что не обессудьте. Молодец, Барсик, красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо, не надо, водорез. Я почему-то так и думал. Я вот догадывался внутри, что именно он Барсика. Барсик у нас груша для битья. Все прекрасно это уже знают. Все многие со мной в комментариях с этим соглашаются. Просто 60% всего урона от всех динозавров, точнее драконов, перепадает именно на Барсика. С этим ты не поспоришь. Так, ну что-то там, хромоножка. Ага, выпендриваешься, да, значит? Ладно. Так, он сейчас будет на себя вешать щиты. Он будет сейчас всячески, ребята, делать так, чтобы мы его не успели бомбануть. Но у него не получится, потому что все равно ему карантарики будут. Чем он там щиты вешает, пускай на себя там хиляется. Это ему не пом... Подожди, ну да. Так. Все. Так, склотряс. Ага, и крылатый ужас. Лаврык мне пока не интересен. Вообще нисколечко. Опять же достается все Барсику. Не успели начать играть, как Барсик уже на растерзании. Ну и что там собрался делать? Куда ты лезешь-то, а? Лезет он, понимаешь ли. Нифига ты. Вот это он влупляет. Пониженная броня из-за этого, что ли, такой дамаг офигенный получается, а? Сейчас добьет, скорее всего, у меня штормореза. Ну да, добил. Лаврых, сиди и не дергайся, а. Так, погнали. Что он там будет? Щиты. Но он может щиты тоже, по-моему, вешать на себя. И отхил. Так. Ну да. Сейчас будет хиляться, скорее всего. Щит. Блин, щит-то такой довольно прочный, да? Ну, тогда тебе крышка, парень. Следующий дракон, на который у нас будут разбираться, это пристиголовый, кривоклык и шипорез. Я, наверное, с него начну.
блин, фаербольщик этот тоже противный. Ох ты, как влупил. Мы, наверное, залечим раны. Так, кривоклык вражеский. Сейчас этот, ну, естественно, фаербол. Добивочка. Понижение от, ой, защиты. Так, сейчас вдвоем распишут, да? Шторморезы. Оу. Вырубили его. Молодец, отомстил. Барсик отомстил, красавчик. Так, этот, наверное, сейчас тявкнет. А, ты вон туда пошел. Ты пошел туда тявкать. А вот так тебе как? А? Что сразу? Приуныл. Жуй тапки, парень, жуй тапки. Потому что мы тебя сейчас раскромсаем. Вот и все. Ну что, друзья мои, вот и второй пак вождя, заработанный нами. Из него нам выпадает шторморез, шипорез, крылатый ужас, злобный змеюк, кривоклык. Все. Сегодня отыграли по полной программе, сезонный абонемент. Ага. 5 руночек забрали. Отправьте беззубика в путешествие 5 раз. Во временное путешествие 3 раза. Выполните 2 задания. Угу. А листочков у нас с тобой сколько? 530. Траглояка, Пегги. Нифига себе. Кукрикун. Ух ты, ну это только для драконьих наездников. Ветрокрыл редкий, прикинь. Выглядит красиво. Так, ну что, друзья мои, вроде бы на сегодня можно. Да, не то, что даже можно, а нужно. Так, секундочку, закругляться. Сейчас я немножечко переставлю. Че там сидишь, пыхтишь? Лети за древесиной. Ой, не то. Так, а ты полетишь за рыбой. Все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.